Всем привет! Это у нас такая поездка, первая после нашей поездки. Вот. Приехали на Екатерининскую переправу опять с Левычем. Кристина, он копается, металлоискатель. Я уже удочку закинул. А тебе руки-то надо помыть? У тебя руки грязные. Потом буду. Потом будешь? Да. Вот, картошечку взяли с собой тут. Роллы купили. Будем есть сейчас сидеть. Он спиннинг закинул, донку. Не знаю, поймается, что не поймается, но пускай стоит. Картошечка. Нормально. Самое то. Посидеть, поесть. Вон на лодке люди рыбачут. С мотором. А я картошку ем еще. Спиннинг закинул. И жду. Маленькое время пройдет. Буду вытаскивать, смотреть. Поели, не поели червей. Может, когда-нибудь что-нибудь да можно будет поймать. Так еще ничего не ловили на РТЖ мы никогда. Лёч, в воду заходит уже глубоко. Яму там выкопал. Делает какой-то этот запруду. Вон они опять на лодке поехали. Сейчас мой спиннинг сбьют нафиг. Что они так делают, я не знаю. Для чего, с какой целью. Ладно, будем смотреть, что поймаем, покажу. Что найдем, тоже покажу. Так вот мы копаем. Ну-ка давай, убирай. Где еще? Давай, Лёва, пускай копает. Так, давай, Лёва, убирай. Так, ну-ка давай проверим. Ну-ка давай проверим. Где еще? Еще. Вон Месси. Не, да? Проволока опять. Тот тут нарезал проволоки кучу. Всякой разной. Алюминиевый. Медный, да? Да. Ну-ка убери. Проверим. А ну-ка убери. Во я маленький, буду. Да. Во я буду. Ты будешь? Да. Стой то. Стой. Ходи. Тут под любой размер подойдет. Нет. Видел, как мы ходим? Как ты ходишь? Ты просто ходишь. Надо вот так вот водить. Туда-сюда, туда-сюда. Ну-ка, Лёва, повернись ко мне. Я сниму топоря такого. Ну-ка. Во. Вот так вот. И воду не надо, Лев, его. Слышишь? Аля, сюда. Нету, говорит, там ничего. Сейчас темно станет, и ничего не выкопаем. А да, пойдем копать дальше. Пойдем, что найдем, покажем, да? Да. Всем привет. Сегодня мы отправились в путешествие с утра нам. Позвонил Тимур, сказал, что поехал в Кольчугино. А может, с Кольчугино, не знаю. В общем, у него встала машина, загнула клапана, я так понял, порвала цепь ГРМ. Поэтому едем до Тимурыча спасать его, зацепим и повезем обратно в Тару. Сейчас заехали на заправочку, заправились еще на 1000 рублей. А ты взял этот трос? Трос есть. Я проверил. Трос на месте, чтобы его тащить. Поэтому как-то так. Вот сегодня у нас походка такая пасмурная, как и вчера. Вчера лил дождь, сегодня лил дождь. Вчера, кстати, вы видели на кадры, как на рыбалке были, но в итоге ничего не нашли, ничего не поймали. Ну, это стандартно, то есть золото есть везде, кроме Тары. И рыба есть везде, кроме Тары. Поэтому это нормально уже стало. Вот такая дорога у нас, пункт весового контроля проходим. Магниты стоят, тут искоцен, а, искоцен стоит, да? Искоцен стоит.
семерка. Вот, так что сколько до Чернеева? 30. Еще плюс туда, где-то километров 35, наверное, да? Километров 35 нам ехать сейчас, поэтому отправляемся. Там покажем, как Тимурыч где встал, когда едем до него. А может, что по дороге еще подснимем, что интересное попадется. В общем, такое вот у нас мини-путешествие сегодня. Лёвыч с нами. Вот Кольчугино у нас. Поворачиваем на Кольчугино. В деревне там Сов-Крестьянка. Дорога тут, конечно, не очень. Но, как можете видеть, тут повсюду ямы. Дорогу тут давно уже не делали вообще. Так, что там, далеко почти? Он, Тимур, получается, нам скинул координаты, где он находится. Он находится, вообще, оказывается, в поле. Поэтому сейчас будем его искать. Искать по координатам. Покажи координаты какие. Вбили координаты его и едем. Довольно-таки интересные. Интересно тут. Что, далеко еще? Не показывай, сколько километров? 1 километр. 1 километр еще ехать. Так сейчас как будем подъезжать, там покажем вам. Для серфа это не ужас. Включил уже? Да. Все, мы увидим уже Тимурыча. Перли. Вот Тимур, походу, ехал, да? Тоже его что-то кидало тут. Так. Где? Ты видишь его? Не вижу. Да, тут тяжело бы иномарочку было вытащить. Вообще, дорожка, конечно, нормальная такая. А, говорю, он с Юлькой. Да? Так, что тут у нас? А есть дорога там вперед? Да, а куда? А куда там? А куда? На трассу. Прям выехать можно? Да. Я думаю, может развернуться лучше. Сейчас Тимурочка зацепим, будем тянуть его. Все, мы зацепили Тимурыча, уже выехали с поля. Он сзади Тимур. Едем, в общем, нормально вроде пока. Всем привет. В общем, сегодня у нас 29 июля. Мы вот сейчас заехали в Лаваш, купили шаурму, поели. И пошли на концерт. Уже время 9 часов у нас. Концерт у нас 7 часов. Именно группы 25-17. Вот у нас идет Лёвыч. Кристина ест шаурму вместе со Львом. Я уже съел свою шаурму. Я води шаурму, бери. Хочу больше. Не хочешь больше? Наелся? Наелся? Наелся. Вот, идем. Машины даже тут стоят на Спасской улице. Хочу, очень много. А? Хочу, рыбу. Прыгай. Вот. Машины стоят повсюду. Там, наверное, еще больше машин. Хочу. Ближе к площади. Вот, в общем, мы идем в ту сторону. Сейчас как дойдем, покажу вам, что там творится. Предприниматели. Так, вот мы пришли на сам концерт. Вот столько народу тут. Вот такая сцена. Додумались экранчики повесить. Пойдем. Тут вафельки продают. Растет с каждым днем на лице след ирма.
Чудо, как пальцы, как глаза. И пускай этот детский азарт.